видел, что перед ним творится, был спиной к сопернику, и поэтому его просто накрыли прессингом. И это была, если бы забили гол, это была грубейшая ошибка и вратаря, и защитника. Гол! Блестящий удар! Блестящий удар Мэтта Холланда! Вот так вот! Ни разу футболисты сборной Ирландии не били в первом тайме из-за пределов штрафной площадки. Ни разу. Первый удар в створ ворот, первый гол издали. Григорий. Не стал, видимо, Мик Маккарти звонить Рою Кину. А сам принял более жесткие меры, внес коррективы и, наверное, более жестко спросил со своих футболистов. Призвал их более к активной игре. Вот это уже совсем другой футбол сейчас.